То, что один из обломков метеорита, скорее всего, упал в озеро Чебаркуль, нам подтвердили и в инспекции по маломерным судам, сотрудники которой были непосредственно на месте поиска метеоритных осколков. Вот комментарий начальника ГИМС по городу Миасс. Было обозначено место падения. Уже в 10 часов было известно о падении метеорита. Значит, это была информация от рыбака, находящегося непосредственно на водоеме. В 10:00 была оперативно выставлена охрана, то есть оцепление данного места. То есть сотрудники ФСБ, полиции, значит, обнаружены фрагменты инородного тела. Сейчас они, в общем-то, все как бы собраны. Значит, и вот сегодня уже планируется их передать в главное управление, значит, для того, чтобы в дальнейшем они уже как бы были отправлены в Москву. Осколки, они, в общем-то, честно говоря, небольшие. Там, в диаметре там, тут до сантиметра, скажем так. Оценка вот, работы наших служб, значит, дана самая высокая. То есть оперативно мы сработали. Тут как бы есть чувство гордости